Нуртау продолжается чемпионат по волейболу среди юношей 2004-2006 годов рождения. За победу в соревнованиях борются 12 команд из общеобразовательных школ, колледжей и университета. Данный чемпионат проходит впервые в нашем городе. Цель нашего чемпионата – это привить у подростков любовь к занятиям спорта, также популяризация волейбола среди юношей, чтобы они больше времени проводили с пользой, проводили в зале и получали от этого удовольствие. Я думаю, это самая главная наша цель. Команды уже сыграли все отборочные игры. Определились и финалисты чемпионата. Таким образом, в финале сразятся команды Темиртауского политехнического колледжа, технико-экономического колледжа и команда Карагандинского индустриального университета. Игра идет хорошо, интересно. Уже провели 3 игры с 4, 2 и 6 школой. Остался финал. У нас хорошая подготовка. Есть надежда на победу. Финальные игры состоятся 11 ноября. Команды победителей станут обладателями денежных призов. Кристина Кириченко, Жахангир Конышбаев, новости Темиртау.